По всей видимости, после бурных выходных водитель вместе с другом отправился домой. Оба едва стояли на ногах, но это нисколько не смутило шофера. Он сел за руль своей машины и, что есть силы, начал давить на педаль газа. На прямом участке трассы он не справился с управлением. «Лада» круто взяла вправо и на всем ходу снесла опору уличного освещения. Ну, водитель тоже и голова перевязана, и тоже и рука, и колено. Сразу после столкновения на помощь раненым мужчинам бросились очевидцы. Они помогли и водителю, и пассажиру выбраться из разбитого салона. Самые серьезные травмы оказались у пассажира «Лады» 14 модели. Подъехавшие медики после осмотра решили его срочно госпитализировать. А вот владелец автомобиля до того, как уехать в больницу, еще успел на месте пройти метасвидетельствование. Алкотестер инспектор ГАИ показал значительное содержание алкоголя в организме водителя. Как только водитель выйдет из больницы, не только лишится прав, но и будет вынужден за свой счет оплатить установку новой опоры уличного освещения. Равиль Сайганов, Альберт Даминов, эфир 24.